Всем привет, дорогие друзья, с вами Максима. С крыш ночного города смотрит Коул, больной опасный ублюдок, роль которого мы тут и отыгрываем в видеопрохождении игры Infamous 2. Видео не предназначено для лиц младше 18 лет, если вам меньше, то прошу закрыть видосик, посмотреть любой другой на канале без пометки 18+. Что я делаю тут? Периодически прохожу сюжетные миссии. Ах ты сука, нужно было сначала ниггера этого бедного завалить, а потом уже пытаться что-то там исполнить. Так вот, планирую отправиться на сюжетную миссию сейчас, знаете почему? Так, тут конвой стала доступна, такая миссия не сюжетная. Хочется пройти, все-таки завершить вот это темное время суток, где хоть выколи глаз, ничего не изменится, нахрен в жопе у негра бегаем, темнота сраная. Вот поэтому хочется мне быстренько переместиться в следующий день, в светлое время суток. Разных пацанов пинаю, у них энергоосколки, правильно? Да, этот самый осколок украден, еще 8 штук, и заряд нашей батареи максимально увеличится. Так, вот, я уже знаю, что делать. Ах ты, черт подери. Как-то неправильно произошло. В предыдущем эпизоде я вроде бы сообразил как, то есть ты копа вырубаешь быстренько, очень резко, а потом уже отсасываешь энергию и забираешь энергоосколок. Тогда все работает. Сейчас почему-то не получилось. Давай начнем миссию. Нам нужно двигаться. По болотам? Да куда? Нет, что я с ума сошел? Пойду по твердой, нормальной земле. Чувак обалдевший стоит. Ты что, косплеишь какого-то робота из твоего пидорского аниме? Мне, по крайней мере, так показалось. Тут полным-полно вредителей разных. Мутантов, тварей, занимающихся черти чем. То есть обычные люди же могут пострадать. Каким образом до сих пор все еще они бродят по улицам? Увидел хоть кто-то вот этих вот тварей, бегающих по городу? Все уже должны по домам сидеть, забаррикадировавшись. Не, чуваки спокойно с раскрытыми ртами ходят, что-то туда-сюда. Где-то мне энергию немножко пососу и побегу далее. Дядя Ларош, это ты? Нет, 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 нет! Так, прострелите кандалы, чтобы освободить жертву. А если я не хочу ее освобождать, если я хочу убить ее? Боже. Она неубиваемая, прикиньте. Надо найти дядю Лароша. Зачем? Парень, он, как ты, не боится ополчения. Ай! Ай-яй-яй, сраный монстр! Он мог меня убить вообще в мгновение. Да ты пошел в жопу от меня! Найду я твоего дядю, только дай разобраться с этим монстром и забрать энергоосколок. Отлично. Пошли нахрен от меня, черти проклятые! Посмотри, какие наглые мутанги! Следуем за жертвой. Почему-то не смог ее убить. Я пытался, честное слово. Ничего из этого не вышло. Ложись! На тебя ложиться? Ну давай, открывай пилотку. А куда еще я могу тебя лечь? Дура ты. Ненормальная. Не вижу, куда стрелять. Давай уже сдохни. У меня все еще молния череп. Пытался отправить ракету обратно. Не знаю, вроде бы не удалось. За кем я следую? Куда бегу? К чему стремится Коул? Не знаю. Маньячную сущность надо бы проявить. То сколько можно бегать за какой-то дурацкой бабой, которая толком даже не может пробраться. Смотри, как мужики бегут. И все ее пытаются атаковать. Вот эти вот твари с зелеными мордами наиболее опасны, так как они при приближении резко взрываются и опрокидывают Коула на спину. Тот не может сопротивляться и отдается злым мутангам. Гранатками закидываю, чё только не пытаюсь применить против уродов. Тостокожие черти. Не всегда срабатывают мои действия и атаки. Вон, видите, как дуплят меня, мочат. Давай, давай, пойдем. В атаку. То есть пока ты бежишь за ней, все будет нормально. Можешь атаковать монстров, чудовищ, а ее никто не трогает. Никто за ней не бегает. Чё такое? Да пнуть ее по жопе нельзя. Нужно
вылечить? Не хотел, я не хотел этого делать. То есть тут просто периодически лечишь ее, и тебе дают очки добра. Нужно что-то соизмеримое делать, например, мочить обычных людей, чтобы компенсировать. Да, сука, ты попалась мне под руку, прости, ничего личного, но мне нужно получить пару злых очков. Не пару, за лечение дали 3 добрых очка, а за убийство каких-то несчастных вон ниггеров, подростков, дают 1 злобное очко. То есть, чтобы уравновесить, то есть, прикиньте, да, совсем не так, как учат ваши церкви. Чтобы уравновесить злодеяние, я должен в 3, вернее, доброе дело, чтобы уравновесить злодеяние, я должен в 3 раза больше усилия применять. Это ж вообще охренеть. Не так должно быть. Что такое? Они сзади где-то. Что это за мелкие твари, паскуды такие? По-моему, до этого не встречал подобных жучков-паучков, он стреляющих своей кислотой. Ладно. Ух ты, там впереди ожесточенное сопротивление. Пошла в жопу! Пошла в жопу, а не вылечи друзей. Вы пошли бы все в жопу, сдохните, умрите. Следуй за жертвой. Где если она тут? Если не хочешь помогать людям, тебя здесь никогда не примут. Я не хочу... Все правильно, мне не нужно, чтобы меня принимали. Я ваш новый узурпатор. Вы должны бояться меня не принимать. Служить мне, единственному вашему господину. Сука, она опять ранена. Дядя сейчас в парке Лео. Так поднимайся и иди, я тебя вновь должен лечить. Стой, стой, сука, а то мне опять добрые очки должны были дать. Какой, в какой парк? Куда мы идем, Зик? Ты на что меня отправил? На какую миссию? Дядя, ты здесь? Ага. Он уже превратился в мутанга. Не, кто эти люди? Ужас, меня чуть не скормили монстру. Ополчению приходится кем-то жертвовать, но не тобой же. Что? Ты об этом знал? Ну, ты еще поймешь. Не пойму. Не надо. Сара? Кто это? Он спас меня. Победил целую стаю монстров. Он просто чудеса творит. Демон из Empire City. Эй, полегче. У нас одна цель. Почти. Ты не любишь ополчение, а я... тех, кто в меня стреляет. Объединим усилия. Это монстр! Это новый босс! Лучше не выпендривайся. Эта тварь слишком огромная. Да. Куда тебе? Да-да. Не рискуй. Ну понятно, дед сдрейфил, а мы должны справиться. Так. Огромный сраный монстр кидает своей кислотой в обычных людей невинных. Так понимаю, нужно ему именно в рот. Да, стреляешь ему в рот, у него уменьшается здоровье. А так у него какой-то непробиваемый каркас, который невозможно повредить. Эта кислота, офигеть, как неприятно, налипает мне на кожу. У него уже меньше половины жизни, он вообще себе ничего не представляет. Ох, охренеть, что за черт такой? Он пытался съесть меня. И почти получилось. Ой, Коул, соси, пожалуйста. Что сосут чемпионы? Все правильно, энергию из автомобилей. Надеюсь, вновь ты своим шаловливым язычком не сыграешь со мной в любовный танец. Ай-яй-яй-яй. Блин. Энергия слепляет меня. Не дает свободы воли. Давай уже, открывайся. Открывайся и получи 10 гранат. Давай, черт, черт. Нет. Ну что, уже почти готов. Мне кажется, парень сдается потихоньку, но у меня кончается энергия вообще в самый неподходящий момент. Коул, ты какой-то невезучий чувак. Давай, подходи ко мне. Что-то слишком быстро подходит, пора удирать. Парочка выстрелов тебе в рот и будет готов.
Ну давай, давай, раскрывай язычок. Все, убили этого огромного титана. Да, господи, да. Что такое, испарился? Но как? Куда он делся? Ты мне не нравишься. Но я готов выслушать. Парни думают, что ты ходишь по воде. Вылечи раненого, и я отблагодарю тебя. И еще, спасибо, что спас племянницу. Рад помочь. Постой секундочку. Что это еще за херня такая? Вылечи раненого, я тебе помогу. В гробу видал твоих раненых людишек. Смотри, я их быстро убиваю. И ополченцев, и всех вообще подряд. Слушай, у меня новость. Куа оклемалась. У нее есть что-то для тебя. Надо встретиться. Я думаю, у нее есть благодарность для Коула. За спасение ее же, а? Как считаете? Так, да я понятно. Ну-ка, пошел отсюда. Не... О, черт, время валить. Что-то как-то не справился. Я думал, после выполнения сюжетной миссии уйдет ночь, придет день. Ни хрена подобного, придется в ночи ковыряться. Будто пальчиком в жопе. Что ты тут показываешь? Миссия называется «Во имя науки». О, «Во имя науки»? Я люблю заниматься евгеникой, разными опытами над людьми, пересаживанием органов, там, продажей младенцев на части. Это, да, интересные штуки. Мы изучаем болотных монстров, и нам нужны новые образцы. Я вроде видел одну тварь на кладбище. Ты поможешь нам? Тварь на кладбище. Разыщите болотных монстров рядом с кладбищем. Ну супер! Как насчет того, чтобы предоставить мне какие-то награды? То есть, пообещал бы, что ты мне предоставишь? На самом деле, я понимаю прекрасно, что тут идет борьба за контроль над этими территориями, над содержанием районов. То есть, он будет принадлежать мне. Но какое, вообще, какая выгода от всего этого Коулу? В данном-то текущем действии. Да я уже нашел этих тварей, вон на карте отображаются. Значит, они называются болотные монстры, да? О, как одного вынес. Заманите болотных монстров обратно в парк. А, черт, подожди, мне не нужно их убивать, чтобы они бежали за мной. Ну, отлично. Пойдем, пойдем, парни. Пойдем, парни. Что вы делаете? Как вообще выбраться отсюда? Где главные ворота? Вот они, отлично. Бегом за мной, команда. Спасем этот мир. Да блин, хватит пинать меня. Бегите, не останавливайтесь. О, должно быть страшно. Мороз по коже, мурашки на жопе. Не, ничего подобного, вообще отлично. А теперь нужно победить этих самых монстров. Вон, в кругу. Давайте, дети, станьте в ряд. Сейчас мы будем вас трахать в мозг. Накидаем гранаточки. Так вы наиболее быстро сможете лечь и больше никогда не встать. Сколько уже? 6 монстров победил. 7 8 9. Последнего. Красавец. Смог лупануть фактически управляющего этим стадом, то есть меня. Во имя науки. Миссия пройдена. Вот это мне понравилось. Что-то такое интересное. Кстати, здесь открылся медпункт, где наш бомж может переспать. Ночь. Ну-ка, стой. Куда побежал с моим энергосколком? Ну-ка, стой, стой, стой. Грабитель. Как же я ненавижу вас, грабителей. Хитрец. Хотел продать его на черном рынке. Сдохнет он, наконец. Да, осколок украден. Тут идет вооруженное нападение. Но мы сначала поможем парням, а потом убьем их. Все ради контроля над территориями. Сдохни, сука. Там вон, что такое, голубое, что, нечто голубое. Возможно, стражи порядка опять пытаются какой-то фигней заниматься. Отсосем. Все, справились. Забрали осколки, но поскольку мы ранили мента, то нам не дали положительных очков за спасение и так далее. Ближайшая ко мне миссия... Сюжетная. Да почему? Ух ты, твою мать, здесь целых две миссии на отрицательного.
супербольного урода, ублюдка Коула. Но сначала я хочу все-таки пойти на сюжетку. И верю в то, что рано или поздно наступит день. В глазах будет светло, на улице яркое, там, солнце или еще какое-нибудь говно светило дрянное. Потому что луна меня не очень устраивает. Говорю же, темно, как в жопе пытаться рассмотреть геморрой у негра. Вот такие штуки. Через кладбище, да, пойдем на сюжетную миссию, где нам в прошлый раз встретились эти болотные монстры. Там я вижу еще один энергоосколок. Мне совсем немного осталось до левелапа моей батарейки. Моей жопной батарейки. Жопа, говно и обоссанцы — это самое популярное выражение Коула, поскольку он быдло не мэта, типа того, да? А почему наша миссия сюжетная, она вообще на кладбище? Кожа оклемалась, но разве она здесь находится? Подожди-ка, секунду. То, что мне надо, точно? Называется «Проводник, не человек». Ну, начнем эту операцию. Кор. Эй, да ты гардероб обновила? Да, тебе нравится? Ну, плащик забыла. Тебе не кажется, что это перебор? Я больше не агент. Я изменилась. Это сложно скрыть. Как ты? Ничего, нормально, хорошо. Как мило, что ты спросил. Ай, черт! Извини, я... Научись управлять своей силой! Все, баба обиделась, пошла ныть. Отлично. Ничего. Ты скоро привыкнешь. Я понимаю, каково тебе сейчас. Прекрасно понимаю. Да нет, Маград, не понимаешь, мы разные. Ты стал таким после взрыва, моментально, а со мной они не спешили. И Бертран за это заплатит. Хочешь отомстить? Научись управлять своей силой. Хватит орать! Я не знаю как. С помощью актерской игры. Зато я знаю. И я помогу. Ладно, ты прав. Когда начнем? Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Так, и чем же мы сейчас займемся? Следуйте за Ку. А, это мы за ней должны бежать. Я думал, это мы как бы берем на себя инициативу и начнем обучать тёлочку тайнам бытия проводником. Но ни хрена, мы почему-то за ней... Ничего не хочу об этом знать. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. В записях Вольфа говорилось, что два совместимых проводника могут объединить свои способности. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Мне кажется, залуплено было некоторое повествование, но вы сами обратили внимание. Ударим вместе. Давай! Ну и хреновина. Наши силы совместимы. Да, это надо будет запомнить. Попробуем по-другому? Давай по-другому. Может быть, теперь ты позволишь мне быть еще инициатором? Коул! Да и как я должен их победить?
Что там, может быть, какую-то атаку с воздуха необходимо было использовать, но я не смог, прости. Я просмотрела записи, которые откопала в лаборатории Вольфа. Энергоядро спрятано где-то поблизости. Молодец, Ко. И где оно? Тут не указано точное местонахождение, но есть фотография. Я переслала тебе. Спасибо. Надо осмотреться и выяснить, куда его забрали. Вот. Вот тут вот. Отлично. Нажмите R1. Поиск фотографии у нас уже был. В этих гробах. Может, ты сможешь снять крышки? Без проблем. Да только дай обнаружить, через секунду все будет, детка! Только нужно... А подожди-ка. Здесь же все могилки одинаково похожи. Вот, например, это. Да ё-моё! Не, ну сколько ты тупить будешь? R2. Нифига. Нифига я крут. Ядра нет, только фотка. Вольф был параноик. Вот только его страхи были обоснованы. Может, Бертран тоже ищет ядро? Оттого ополчение тут и шныряет. Надо торопиться. Да. Это не похоже на ополчение, похоже на болотных монстров. В общем-то, давайте. А вот и ополченцы прибыли. Или мне показалось вновь, это все монстры. В темноте тяжело разглядеть. Да нет, ополченец. Нормал, нормал. Пацан отдыхал, стоял, сидел. Мы подошли к нему и атаковали. Да, блин, иди его в задницу. Сначала врагов надо победить, а потом уже рассматривать фоточки, которые нам тут понараздавали. Давай. Найдем. Ну, разве не это место? Вроде же нет. Еще раз взглянем. В каком-то углу, хрен пойми, каком. Чертей сначала надо завалить, интересно. Или вообще не обращать на них внимания, пусть разбираются сами. Где же ты? Где этот угол с гробницами? Не знаю, но сначала подберу энергоосколок. Вот так. Емкость батареи увеличена. Ну давай, соображай, где эти могилки, блин. Возле забора, короче, они. Вот, вот они. Вот они, отлично. Супер. Нашел. Что за... Откуда столько свежих могил? Не знаешь. Тут та же чума, что началась в Empire City, только еще опаснее. Она прокатилась по всему побережью и добралась до Нью-Мара. И с ней невозможно бороться. Она свирепствует здесь так же снова. Люди не успевают хранить. Ого. Похоже, зрелище не худшее. Хорошо, следующая фотография, отлично. После вопроса Коула я не понял, что Коа рассказывала, слишком тихий голос. Любой удар по противнику сразу ее моментально перебивал. Смотри, пацаны сразу в могиле сидят. Ой, что-то как-то непредусмотрительно атаковал. Давай переберемся в следующую территорию, здесь пацаны пусть сами разбираются между собой. И там мы уже найдем следующую фотографию. И в конце концов должны отыскать энергоядро, которое прям в самый последний момент нашу возможность отберет какой-нибудь ополченец. Ай. Что-то я слишком далеко ушел от места поиска, не так ли? Хрен пойми куда. Нифига какая резкая тёлка, как быстро она перемещается. И она, и Никс буквально моментально могут телепортироваться. В отличие от нашего парня, который ни на что толком не способен. Да, господи, сколько я тут буду бегать по этим могилам, вонючие старики. Здесь ходят постоянно к своим умершим родственникам. Запах бичатни, сука, этого борща прокисшего, обоссанных штанов. Что-то странное.
А я чувствую обоссанные штаны стариков. Вот что я чувствую. Которым уже и так пора здесь постоянный пожизненный абонемент покупать. Ну, давай заглянем в склеп. Эти посмотрим, что же там. Из лаборатории Бертран. У них те же способности. Я их почуяла прежде, чем увидела. Да, это явно не ополчение. Вот что со мной. Должно быть, Бертран умеет передавать способности. Это новый противник, новый тип. Нифига! Или не новый? Может и не новый. Нет, это старый. Я в темноте просто не опознал. Стреляй! В очко стреляй. Умная, блин, стреляй. А то я сам не втыкаю, что надо делать. Что это за шарики дурацкие появляются? Кислотные, наверное. Нет, существо еще не сдохло. Обычный чувак здесь ходит. Он не видит, что творится полная садомия. Надо валить отсюда поскорее. Нет, он ходит здесь. Чего ради? Каких целей он готов добиваться? Монстр впереди, мне нужно с ним расправиться. Ой, 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 уже сзади. Он сейчас нападет. Опять под землю ушел. Он, никак не могу с ним справиться. Своих каких-то детишек призывает. Как это еще говно иначе назвать? Кончились патроны у Коула. В его обойме петушиной. Давай подзарядим немножечко. Так. Ко, ты вообще собираешься нам помогать? Кажется, от нее никакого толку нет. Куда бей? Кого замораживаешь? Фрост, ты очень хреново действуешь. Ты не Саб-Зиро и не Фрост. Ты просто неудачница обоссанная. Как же много у него жизней. Как же медленно они отнимаются. Акуа лежит. Видели, да? После довольно мощной атаки прилегла отдохнуть. Может, его с руки нужно вообще атаковать? А не какой-то фигней. Слушай. У него так много жизней? Или он восстанавливает их? Что-то мне непонятно. Будем надеяться, что мне показалось. Будто тот восстанавливает жизни, потому что иначе я не переживу. Что так долго схватка длится? Ай-ай-ай-ай. Давай, несколько... Да блин, и все бомбы мимо пошли. Все готово. Что у тебя готово? Борщ на кухне или что готово? Не, это невозможно. Он постоянно сбегает. А мои гранаты причиняют слишком мало вреда. Ну все, он сдох. Это монстр старого типа. Почему-то я его сразу не признал. Опять же, из-за темноты, скорее всего. Да, наши черти непобедимы, так непобедимы, что чуть в штаны себе не наложили. Все-таки в склеп пора заглянуть. Привет, моя радость. Жизнь с этими способностями не так плоха. Говорю же, у тебя к этому делу просто талант. Кроме того, мои способности гораздо, гораздо круче твоих. Воображала. Ну да. Давай обнимемся. Ах, не получится. Ты же ледяная тварь. Ваша репутация стала более героической. Да чтоб тебя так, Коул. Каким хреном ты занимаешься, когда ты уже будешь делать моральный выбор? Слушай, тащи сюда энергоядро. Проверим. Когда уже будет моральный выбор, позволяющий нам перейти на самую темную сторону этого мира? Вот что это такое доброе дело? Пошел в жопу. Вот оно. Вот оно называется месть. Туда я и отправлюсь. Наконец-то. Более злодейская репутация ждет меня. И третий ее уровень, ну может быть не сейчас, но совсем скоро. Смогу перейти на третий уровень, и тогда мне станут доступны максимальные прокачки для разного крутого говна. Рядом с операцией «Месть» находятся ополченцы. Видимо, сейчас мы их будем выстегивать в огромнейших количествах. Мне это нравится, да, это прям по духу, четко. Начнем же миссию. А
Ополчение разбило тут несколько лагерей. Повеселимся. Так, и теперь абсолютно точно не уверен, давай, что после того, как придем... После того, как придем к Зику, этот энергоосколок... В общем, на двоих поделим, или на одного, не знаю. И тогда наступит явно следующий день, потому что Кол обычно в эти моменты отрубается. Миссия называется «Месть», но где и за кого мы мстим? Что-то не ясно. Ёпарасоте. Он же в упор в меня выстрелил. Дай собраться. Не могу разобраться. И не так просто туда закинуть свою минку, гранатку. Не, она слишком высоко летит. Держит своими симбиотическими черными щупальцами. Но не получилось всех выстрелить сразу. Ой, ни хрена себе. Это реально скользкий поц. Отдыхай уже, наконец. Сколько выстрелов в голову мы тебе нанесли. Можно было вихрем воспользоваться. Ой, еще один. Как-то не обратил внимания. Пацандре тут стоял. Следуйте за Никс. Давай. За шоколадкой побежали вперед. Немножечко батарейки подзарядим, чтобы мы чувствовали себя вновь как свеженький огурчик трезвый. Подожди-ка секунду. Тут есть энергоосколок. Да. Добавляет мощи. И прыти нам. Хорошо, что не увеличивается для получения нового уровня количество нужных энергоосколков. То есть 20 собрал левелап, 20 собрал левелап. Либо мне что-то кажется и каждый раз уже на 2 больше собирать. Но тем не менее 2 это не 10. Так, пацан упал. Здесь все вы нечестивые твари должны сдохнуть. Он с щиточком ходит. Ой, пытался у меня тут с ракетницы, да? Не вышло. За кого мы в конце концов-то мстим? Либо как это мстители из Марвел просто тусуются, куча дегенератов, хрен пойми чем занятые. Злобная миссия выполнена, и добрая теперь недоступна. Что в ней злобного? Просто-напросто ополченцев завалили. Шоколадка теперь не будет говорить, какой же Кол прекрасный, мужественный, сексуальный, короткостриженный, накачанный молодой человек. Просто так удалилась во свояси по-тихому. Ты саксофон уронил, Федик. Какой же ты музыкант уличный, если ты без саксофона стоял, выпрашивал денежки, снял шляпу, дайте, подайте мне на хлебушек, и даже сам подудеть не можешь. Развлечься ты умеешь, этого у тебя не отнять. Жалко, что развлечения у тебя никак не связаны с каким-то половым влечением, то есть только убийство и разрушение. Это как-то странно, где же секс, а? Чёртова негритоска. Больная уродина на всю голову. Так, там идет ограбление. Да мне вообще уже насрать на все эти ограбления. Миссия с Зиком вообще где она будет в следующий раз? Потому что в этот уже нет никаких сил. Да и хрен найду. Собственно, в следующий раз. А пока что на этом кончается эпизод Infamous 2. Почему-то мне было тяжеловато именно сейчас играть. Все-таки тьма действует на меня, нужно живительное солнце. И это в конце концов злой ублюдок Кол. Ну не какой-то вампир там сраный, который не может при свете дня бегать. Ночью я люблю спать, твою ж мать. Усталость, все такое. А днем, когда убиваешь чуваков, в два раза больше удовольствия и кайфа получаешь. Так что давайте до следующего раза. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.